Здравствуйте, уважаемые телезрители. Сегодня какой-то... Здравствуйте, уважаемые телезрители. Сегодняшний матч между командой Ротаром и Терминалом. Только не знаю, какой тур по счету получается. Возвращается, наконец-то, видеорепортажа команды Ротара. Всем будет комментировать и снимать я, Абдон Дамир, номер 94. Команда Ротар, соответственно, в своих стандартных цветах будет выступать в зелено-черной форме. А команда Терминал в синий комплект. Недавно была заявочная кампания, то есть пришел к нам новичок команды. Конечно, фамилии пока еще не запомнил. Зовут Альберт. Будет играть под пятым номером в сегодняшнем матче. Вообще в составе команды Ротар. Стартовый состав. Так. Игра началась. Сразу замечаю Алексей Щенков вместе с Дмитрием Ивановым. Получается, вот в этом тайме мы разводим. Немного в составе. Номер один. Ленар Шайхутдинов. Будет сегодня стоять, защищать ворота команды Ротар. Слева направо в защите. Пока что мы увидим на данный момент. Чуть позже в составе. Хотя Ахметов успешно сыграл на опережение. Так. И угловой в пользу команды Терминал. Остава. То есть слева в защите сегодня играет Раниф Хазиахметов. Номер 6. Левого центрального. Как я понимаю, то, что будет играть новичок команды под пятым номером. Альберт Камильдинов, что ли, если не ошибаюсь, фамилия у него. Если что, подправьте потом в конце, когда будете просматривать игру. Так. Справа в центре у нас играет Ильнур Сафин под номер 23. И справа в защите пока не видно, кто на фланге. Так, угловой команд Терминал подает. Так, удар блокируется. Очень хорошо сыграл. Вообще принял. И нарушение на Алексея Щенкова. Захметов готовится к исполнению свободного удара Сахнова. Так, сразу прямой навес даже. Заброс вперед. Но он крайне удачно оказался. То есть Терминал опять контролирует мяч. Хорошо играть в пас. Ну вот сейчас вот получилось так. Ищеряков отобрал, но все равно Ротар потерял мяч. Далее о составе. Конечно, трудно сказать, кто сейчас, кто на каких позициях играет. После того, как я отсутствовал практически 2 месяца. Так, Терминал атакует, но защитники Ротара успешно справляются, но упускает за боковую Захметов мяч. То есть вот так вот получается у нас в защите. Камильдинов и Кочин в центральной зоне, а на правом фланге играет Сафин. Игнур Сафин. Так, Камильдинов хотел увести мяч, чтобы ушел от него, от игрока Терминала, но игрок Терминала выиграл борьбу. Конечно, это было немного
опасно, но все равно. Так. Второй угловой уже у терминала за этот матч. Подача на дальнюю штангу. То ли удар, то ли сброс. Так, защитники хорошо играют. Иванов пошел вперед. Не было офсайда. Эх, конечно. Не успел. Такую передачу выдал хорошую Иванов на Ищенкова Алексея. Че? А, то есть офсайд зафиксировали. Хотя было спорно. Немного. Так, игроки терминала пробили свободный. Пытается пройти по левому флангу нашей команды. Но тут играет Гатаулин. Щенков передал Щерякову. Щеряков. Иванову. Иванов. Удар. Ну, вратарь команды. Так, подождите. Ну, на этом атака заканчивается. Команда Ротар. Извиняюсь за технические помарки. Видео. Так, Штеряк передает Благодарову. Благодаров Хазиахметов. Хазиахметов ошибается в передаче. Сразу извиняюсь, если я неправильно говорю фамилию. В следующем матче реально постараюсь выучить и буду комментировать матч нормально. Просто только-только приехал и подзабыл все уже. Вот, так. Терминал пытается атаковать по правому флангу нашей обороны. Справились. Так, Хузин выиграл. Борется. Так. Кто это сыграл? Так. А, Гатаулин. Заброс в штрафную. Ну там Ленар на выходе. Хорош. Так. Мяч снова у команды Ротар. Максим Благодаров с мячом. И мяч остается у команды Ротар. Пользу команды Ротар. Так. Казахметов пришел подать. Так, Иван. Ну что ж такое-то, а? Так, под. Ну, рад Шагабов. Пустылях. Судьи между собой договорили. Не знаю, прибавят потом. В итоге команда Ротар будет пересбрасывать аут. Так, Хазиахметов скинул мяч на Благодарова. Благодаров отдал Камельдинову. Обратно. Благодаров пошел, передает пас на. Хотел передать Щерякову, но Штеряков немного не дотянулся, и игрок команды терминала перехватил мяч. Так, терминал пытается атаковать по центру, делая заброс. И снова мы отдаем мяч. Так, мячом пока владеет команда терминал. Мяч попал в руку команды, игрока команды Ротар. Так, уже сразу развели мяч. Игроки терминала. Стеночку хорошо сыграли. Терминал. Так, удар. Ну, мимо ворот.
Так, Чуковский скидывал мяч на Иванова. Эх. По задумке, конечно, очень хорошая должна была передача пройти. Ну, игроки терминала перехватили мяч. Как-то пока уныло смотрится. Первые минуты вообще полностью игра. Конечно, больше владеет мячом, да и игрой игроки терминала. Конечно, и игроки ротара пытаются что-то сделать, внести. Но пока очевидно вот так. Такая картина игры. Ау снова будет выбрасывать игроки команды терминал. Сафин хорошо сыграл на подборе, но не до конца. Так, атака терминал по левому флангу. Будем так считать. С их стороны. Ну, атака не получилась. Мяч упустили. И удар от ворот. Вынос центральной зоны Четыряков коснулся, конечно, но подбор остался, конечно, за команды, как сказать, терминала. В руку вроде попало. А, да, забыл представить. Главный тренер команды «Ротар» Ломырь Николай Васильевич. Так. Гатаулин передает на Хузина. Хузин не успевает к мячу. Так, вернемся к игре. Благодаров перехватывал мяч, но, конечно, в прием мячей не получилось. Так, терминал, заброс. Ну, ничего не выходит у них. И удар от ворот. Снова. Сегодня у нас в запасе. Да, 4 человека в запасе. Рука! Было же очевидно. О, Иванов, давай! Первая опасная атака со стороны игроков «Ротара». Конечно, да. Концовочки замудили, что можно кинуть в камень адрес игроков «Ротара». Особенно в адрес Тима Иванова. Надо было бить сразу же. Надо было. Так, угловой. Подача. Удар. Гол! Рамиль Штеряков. Капитан команды забивает с углового. Верхний угол. И счет 1-0. Кэп в деле. Так. Ну вот. Опасная контратака привела к забитому голу, конечно. Ну не сразу, но через угловой. Но все равно можно занести в актив. Можно сразу извиниться перед Димой Ивановым. То что? Может, это была такая задумка? Ну, конечно, надо было, да, реализовывать, если честно. В тот момент. А так, молодцы. 1-0. И еще играть, и играть. Так, игроки терминала до сих пор владеют мячом больше. Пытаются атаковать, даже ударяют. Но мимо.
Шхудинов вбивает мяч с угла поля. Вратарская. Подбор за команду Ротар. Иванов. Передает Хазиахметов. Хазиахметов. Хоть как, но получилась передача на Ященкова. Ященков на Благодарова. Благодаров, давай, давай, давай. Пас дает на Хузина. Но Хузин в борьбе. А, Иванов даже отбирает. Аус в пользу команды Ротар. Так. Щенков отбирает мяч. Но все же аут остается в пользу команды Ротар. Хазиахметов будет. И он сделал это, конечно. Если судья не свистит, значит, надо играть дальше. Конечно, все понимаем, то, что это нарушение правил, но надо играть до конца. Хузин, надо было забивать в этом моменте. Так. И плавно атака перешла в сторону ворот Ротара. И штрафной удар. Примерно 40 метров. 40-45. А, даже не 40. Даже около где-то 30-35. Нет, все-таки возвращает мяч назад. Удар. И Шахудинов забирает мяч. Боремся, да, боремся. Надо бороться, ребята. Ну вот что за такое клоунаду было? Конечно, все понимаю, то, что можно не получается. Надо, как говорите. Так, Иванов даже хорошо в отбой. Вроде было нарушение. Травм получил Арат Хузин, номер 20. Столкновение. Ну, конечно, там было похоже на нарушение больше. Но судья посчитал то, что не было его. Жаль. Может, это ответ на этот реакция. А, и спорный мяч. Фэйрплей в действии. Судья у нее вот. Как-то после пропущенного мяча терминал в защите стал плохо играть. Стал больше ошибаться в передаче. Неправильно вратарь говорит у них, потому что надо быть поспокойнее. Играем, играем. Так, Панов хорошо сыграл. Финтон. Еще красиво. Пещеряков. Догоняй, догоняй. Конечно, надо было играть дальше, Рамиль. Потому что Леша, да, если не ошибаюсь, Леша, назвал 4 номер, то он находился в офсайде. Так, ну ладно. Вроде как-то игра качается от них до других ворот. Но почему здесь вот не атакуем, вот создали себе проблему. Хоть не опасную проблему, но все равно.
Так. А, нарушение. Даже так. А вроде было похоже на нарушение в сторону. Ну ладно. Все равно остался наш мяч. Так. Нет. О! Хорошо, что Шахудинов сыграл. Не дал себе запустить бабочку. Так, мяч у команды Ротар. Ну, направо! Хузин. Хорошо. Тяжело обработал мяч, конечно. Удар. Я вот в пользу команды Ротар. Будет подавать Катаулин. Роман. Так. Ох ты. Выбей! Неудачно приземлился Олег. Как бы не хотел, чтобы выбыл. Олег. Нет, все-таки не может. А, даже врача вызвали. Да, это, конечно, болезненно. Сами видели, с какой... Что не получилось у него выпустить. Прошу, ладно, забейте. Вообще неприятно упало. Руку скорее всего неудачно упал на локоть. Конечно, реально неприятный удар. И жалко потери такого игрока, как Олега. Жаль. Так, и замена. Вместо Олега Кочина на поле выходит Кирилл Торбин. Так, номер 3 и 77 соответственно. Номер 3 ушел, 77 выходит на поле. Я так понимаю, то, что Ильнур Сафин сместится в центр, будет право центрального, а вот
Торбин уйдет на правый фланг. Крайнего фланга его будет играть. Вот это для него привычное место. А. Посмотрим как. Даже так. То есть Торбин ушел на правый фланг полузащиты, а Гатаулин сместился в защиту. Правый защитник. Ну ладно. Посмотрим, как будет так игра. Эх. Да, переборщил немного Дима. Надо забивать еще. Так. Так, Иванов с мячом передает на Торбин. Торбин забросом на Ященкова. Так, снова мяч у команды Ротар Иванов. Ну, Дима. Хотя. Да. Вроде рукой даже подработалось. Ладно. Терминал по левому флангу атакует. Но Торбин своя хватка даже оставляет мяч в нашу пользу. Рома выбросил на Айрата мяч. Да. Как-то терминал начал сдуваться. Много ошибается, конечно. Но это к нашему пользу. Но это надо ошибки их ошибки, которые они создают ошибки свои. Надо наказывать. Так. Сафин хорошо сыграл. Благодаров спас. О, хорошо в отборе сыграл. Пас на Щенкова, но... Либо сильнее, либо еще... Леша просто стартанул поздно. Конечно, это... Пусть скажем лучше первый, потому что было сильно дано. Догоняй! Кузьмин. Так. Что забыл здесь. Смазка. О, было же нарушение же. Удар в колено же был уже. Тебя упускает и этот момент некоторые. Подпор, ну где же подпор у нас? Лёш, ну выдвинись чуть ближе к игроку. Иванов хорошо сыграл. Удар от ворот.
Вот он наш тренер команды. Николай Васильевич Ламыр. Так, снова игрок команды терминал атакует, но с передачи туго у них. Ошибается очень много с передачи. Игра какая-то вялость. Также продолжается вялость, хоть даже и гол был забит. Но он был так себе забит. Пошел разминаться Антон Ющенков. Скорее всего, будет замена. Так, Захметов скидывает аут, добрасывает даже до Иванова. Но тут нарушение правил. И Алексей Ищенков будет исполнять данный штрафной удар. И почему у нас мало при подаче штрафного удара или даже вообще? Мяч попал в судью. Хороший момент. Так. Ром хорошо играет. Борется. Даже чуть-чуть не вынес. Но все равно мяч остался у команды Ротар. Но офсайд. Вот здесь реально был офсайд. Леш. Субботный удар пробьют игроки терминала, забрасывают вперед, даже подбор у них остается, но в подборе хороши игроки Ротара. Как тут эти дальние забросы у нас как-то и проходят, но реже, потому что нет подбора. Почему у нас нет подбора? Давай, Кузин. Надо было догонять. Так, игроки терминала. Запрос на правый фланг. Ну, хотя Ахметов, съешь его. Благодаров. Так, проходит пас, но нарушение со стороны игрока терминала. Нарушили на Сафине. Так, Иванов пытается финтить, пройти как-нибудь эту защиту. Ну никак. Ну мяч у команды. Ну, Рома, ну не надо было так мудить. Так. Ром, не заигрывайся, а, пожалуйста. И Кузин хорошо сыграл на выходе. Так, терминал, игроки проходят по флангу. Врывает штрафной удар Сафин.
Но не пытает. Не можем выйти из своей зоны, нас зажали. Так считать. Подача. Хозяй Ахметов хорошо играет. Щенков. Пас не доходит. Хозяй Ахметов хорошо в подборе. Благодаров хорошо сыграл в отборе. Удар. Ну, молодец, Шахудинов. Молодец. Вообще браво. Да, она порой скучно комментировать, а иногда интересно. Конечно, жалко, что нет моего собеседника постоянного, точнее основного комментатора и видеооператора Тимура Валеева, к сожалению. А одному скучно вести репортаж. Ну ладно, хоть смотрим на игру. Хоть ведется трансляция, наконец-то, можно сказать. Одновременно отвечая ребятам в WhatsApp. И веду сразу репортаж. Так, Хозяй Ахметов. Все равно. Молодцы. И первый тайм закончился со счетом 1-0. Гол забил Рамиль Штериков. Продолжаем игру. Сначала второй тайм. Терминал пытался пробить. Раз в центр поля. Без итога. Так. О! Ну там же вроде было же нарушение. Итак, после первого тайма команде «Ротар» замена. Вместо Айрат Хузин на поле вышел Антон Ященков, номер 22. В итоге у нас теперь на фланге нападения сразу два брата. Но сам же судья запоздал же. Ладно, возвращаемся к игре. Конечно, охота было бы комментировать, но да нечего. Реально. Ну что могу сказать? Во-первых, игра была реально скучная.
Просто прям скучная. Ну ладно, потом. На первом тайме. Подача Ещенкову. Как-то. Так себе получилось. Ну ладно. Терминал перехватил мяч. И пошли в атаку по левому флангу. Но передача у них не получилась. Ну, теперь пытается второй волной. Вторая попытка. Ну и нарушение. Подача. Так, передача Ещенкова Антона, подача. Это та-та! Тай. Да, что еще по первым таймам? Мы смогли забить. Создали один момент, так сказать, такой более опасный, где не реализовали его сначала, но в итоге реализовали со второго попытки, то есть через угловой. Если не ошибаюсь, то автор клевой передачи был Алексей Ещенков, подавал которого угловой, и забил капитан команды Рамиль Иштиряков, номер 16. Так. Вообще было очень много стыков. Сейчас подождите. На первом тайме. Атакует команда терминал. Но Гатаулин хорошо сыграл. Недавно весу. Так вот. Да, еще в первом тайме. А, снова угловой вроде будет. Давайте терминал. Так вот, в первом тайме. Потеряли? Если, наверное, потеряли. Олега Кочина, который получил вроде перелом руки. Так, в итоге, говорю же, целый тайм был унылым зрелищем. Конечно, ошибались команды терминал больше передач. Нарушение. Подача.
подачи в штрафную на подборе. Макс Благодаров передает пас на Раниф из Ахметова. Ну так он перешла в другую сторону. Ух ты. Еще одна травма, что ли? Молодец, Альберт. Замен в составе вратаря. Вместо Кирилла Торбина вышел номер 77. Вышел на поле Марсель Ибрагимов, номер 4. Так. Мы снова в игре. Ну, вроде же был, да, выбивал же мяч же вратар. Вау. Эх. Вес
и удар от ворот. Тоже извиняюсь за какой... То, что снимаем так, снимаю так. Но люди просят. Так, Штряков. Я хотел выиграть борьбу, но не получилось. Терминал пытается, ну, владеть мячом, как и в первом тайме. Пытается создать. Пока есть силы, вратарь отбивает, как может, даже атакует. Пытается. Молодец, Антон. Марсель, Марсель, давай, 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 давай. Навес. На. Эх, Марсель, Марсель. Эх, хорош, Ром. Ну все, игроки терминал как-то этот. То ли уже поняли то, что не выиграют. Какой-то у них веры нет. Ладно. Штряков передает пас. На. А. Аж вон какая была замена. Оказывается, вместо Лёши Ищенкова вышел Ренат Ахмадуллин, а на левый фланг ушел Дима Иванов. Он, вот он сейчас мячом пас передал на этот. Но никого на подборе. Горит сзади игрок Рома. Пытается атаковать команду терминал. Но никак. Все равно игра как весы получается. Молодец, Сафин. Молодец. Подает команду терминал. Подача. И удар. Шахудин хорошо сыграл. Вынос. Эх. Маринад. Подпор должен был быть раньше. Гатаулин. Молодец. И Ибрагимов тоже хорошо сыграл. А вот в пользу нашу пользу. Молодец, Леш. О, Антон, извиняюсь.
Конечно, идея была хорошая, но Марсель не прочувал эту идею. Надо просыпаться некоторым людям. Молодец, Альберт. Хорошо сыграл в отборе. Молодец, Рам. Ну, Лёш. О. Ренат. Эх. Ну, ребята, не надо так уж пожарить. Молодец, Антон. Эх. Ну куда, Марсель? Ром, потерял ты его немного. Ну, не надо давать так обводкам таким. Молодец, храни. Кто это? Или ну, а. Нет, это Макс. В защите хорошо сыграл. И удар от ворот. А. Головой? Что ли? Да. Удар от ворот. Разыграли. Хизахметов с мячом. Дальняя передача на Ахмадуллина. Подбор. Вот первый реально настоящий подбор длинных передач. Да я про эту игру вообще не могу. Хорошо защитник сыграл. Кто это там сыграл так? Ну ладно. Благодаров навешивает. Ахмадуллин на подборе. Передача на Щенкова. Давай! Давай! Бей! Эх! Блин! Сашо. Так обидно. Ну нет, хорошая атака.
Молодцы, и Ренат, и Антон Ященков. Конечно, завершение не совладали. Ну да ладно. Еще получится у нас за эту игру, если будут моменты. Но надо стараться. Вот куда этот заброс? Куда? Ильнур, куда? Ответишь мне потом, скажешь, куда это ты хотел. Ага. Что, еще одна травма, что ли? Эх. Так, доведем из-за того, что игроков будет не хватать на игры. Уже и так уже мало кто приходит на игру. Наверное, дойдет тот момент, когда на поле выйдут и Валеев, и Абдулин вместе. Да. Извиняюсь. Удар! А-та-та-та! Браво, Антон, браво! Конечно, надо было забивать. Давай, Ротар! Второй гол, давай! Дожимаем! Соперник позволяет! Надо до конца реализовывать момент. Ну куда этот навес? Куда? Антон! Навес! Эх! Стариков неудачно на подборе был. Так, пас на Ибрагимова. Я вот пользуюсь командой терминал. Атака по левому флангу терминала. Точнее, терминал такой. Ну не мудите, а, Ром. Но! А? Молодец, Альберт. Давай, давай!
Молодец, Ахмадуллин. Зарабатывает штрафной. Опасный. Надо второй гол. Надо. Давайте, реализуйте штрафной. Этот... Так, Ренат тоже травмировался, что ли. Вроде обошлось, конечно. Может, дает старая травма колено. Молодец. Марсель. Извиняюсь за технические помарки. Флеш-карта закончилась. Как-то неожиданно. Что оказалось на месте вторая запасная флеш-карта. Где подбор мяча? Где? Молодец! Молодец, Дима. Конечно, спас он. Перемудрил. И все. Можно потянуть время, тренер. Thank you.
Чего мы позволяем ударять, а? Ребята. И, кстати, правильно говорит Николай Васильевич. Вы вообще не держите игроков. У вас... Здесь даже на фланге, на правом даже нету никого, не бывает. Вот сейчас был штрафной. Пробивался. Стоят два игрока. Наших. И ни одного не закрытые. Не закрыли ни одного игрока терминала. Нам что, результат не нужен, что ли? Ребята. Кладина. Даже штанга. Как-то игроки терминал какие-то буйные. Может, на фланг? Ну, не туда. Хотя, по мысли, да, по моей. Молодец, Антон. Давай, Ренат, борись! Боритесь до конца! А что было сейчас вытравлено? Что мы сделали? Ленар, вышел бы поближе бы, забрал бы сразу. Сразу выйти, забери. Может, до конца игры немного что, конечно. Натуральная пушка. Молодец, Дима. Давай, давай! Эх, Ренат. А, угловой. Молодец, Ренат. Подача. Вратарь. Них. Навес, Тима. Молодец! Ах, штанга!
Макс! Эх. Как бы на самом интересном месте батарейка бы не кончилась бы. Молодец, молодец. Удар. Молодец! Молодец, Шкудин. День города. В итоге матч закончился со счетом 1-0. Победы команды Ротар. Гол на счету капитана команды Рамиль Иштрякова. Еще 3 очка набраны. Копил команды. Спасибо вам за внимание. И до свидания!